только все сложные профессии. В России профессии сложные все. А особенно, наверное, власти труднее всего. Врать народу – это же очень сложно, правда? Я считаю, что самая сложная профессия – это врач, это хирург. Это самая сложная профессия. Я думаю, рабочий, но любой, потому что это труд руками. У Путина. Самая сложная профессия. Почему? Почему? Всех надо заботиться, всем надо дать, отдать, присудить, ну и все остальное. Дворник. Почему? То же самое грязное. Учитель. И самая неблагодарная профессия, хотя самая нужная и самая сложная. Я думаю, так. А почему самая сложная? Ну, потому что не ценится. Ну, что самое важное, не ценится. А учитель без образования, я считаю, ну, проиграем, если не будет нормального образования. А образованные люди хорошо живут, необразованные живут, ну, не очень. Каждая профессия хороша. Так что тяжело сказать, какая неблагодарная, какая профессия строитель. Мы строители, проектировщики. Она везде сейчас сложная. Ну как она? Сейчас нигде ничего. Особенно нам. Да нам что? А молодежь тоже, ну, кисточки сложили. Профессии все сложные. У нас любую работу надо учиться, чтобы, ну, образование. Сложности во всем. И особенно сейчас очень развито все. И компьютерная, в общем, связь всюду. Бабушкам тяжело этому научиться. Мне кажется, воспитывать детей сложно. Людей. Управлять людьми. У каждого своя профессия. Все сложно. Кому что нравится. Одному нравится, бухгалтерам, другому еще кем-то. Все сложные профессии, если так разобраться. Ну, профессия президента, наверное. Потому что надо за всеми успеть увидеть и отследить, и дать задания, которые их наш народ выполнять не хочет. Я думаю, что ты учитель, потому что ты должен следить не только за собой, а и за другими тоже. Что-то связанное, наверное, с математикой, с интеллектом. Не всем дается. Легких профессий не бывает. Каждый выбирает себе по душе. Я так считаю. Мне кажется, вот эти вот дворники им больше всего достается, потому что здесь очень, ну, бывает, что грязно бывает. Люди же не всегда аккуратны. Атомщикам самая сложная работа у них, и ответственная их работа. Да любая, если ее честно делать, сложная. Наверное, медицина, быть врачом. Вот это самое сложное, лечить людей, иметь подход. Не знаю, рабочего простого какой-нибудь, тяжелая работа. Вот, убирать это, что-то землеройная работа. Каждый думает про свою работу, что она у него сложная. Ну, я понимаю, это сельскохозяйственная работа, когда с землей дело имеешь. Ну, наверное, садишь, сеешь, это очень сложно. Вот, а почему? Да? Почему? Ну, потому как это земля. Только поэтому. И с ней надо, наверное, очень тщательно, наверное, и работать, и делать то, чтобы выросло. Конечно, кто, наверное, физически работает, а не в офисах сидят. Я думаю, физическая работа самая тяжелая. Бери, загружай, тащи, кидай. Я думаю, физическая. Я вот не завидую тем, которые на дорогах работают, снег, грязь, с лопатами этими. Ну вот, стройкой занимается. Ну как, дворники, уборщики, конечно, самые тяжелые. Ну, я думаю, работа бетонщика самая тяжелая. Ну как, почему? Ну-ка, потаскать вот эту смесь. А ингредиенты какие? Щебень самый тяжелый, цемент, песок. Это все надо мешать. Ну, на мой взгляд, самое тяжелое. Это вот, скажем, на строительстве в городской области, в деревне. Для крестьян косить – самый тяжелый труд, косьба вручную. Сейчас-то, естественно, мотопилы поделали, мотокосы и вперед, пожалуйста. Сейчас труд облегчен. Но для своего хозяйства, когда люди заготавливают корма для скота на лугах, естественно, там косят косами – это очень тяжелый труд. Это шахтеры. Почему?
газ, дышать нечем, туберкулез и все прочее. Я думаю, что актеры, потому что постоянно в темноте, очень тяжелый физический труд. Самая тяжелая работа, девочка, безработник. Серьезно я говорю, без дела. Вот это самая тяжелая работа. А когда работа, тяжелой работы нету. Пожелание. Если тебе есть желание, нет никаких тяжелых работ.